Здравствуйте, меня зовут мама Таня и мой сынок Денис. Мы сегодня получили посылку наконец-то долгожданную. Подожди, не режь. Вот, пришла нам посылка из Чехии. Вот она. Надо сказать, что пришла довольно быстро. Заказывали в аптеке 24.me. Вот, пришла нам посылка, давай, режь. Сейчас будем ее открывать. Заказывали iPort Advance для того, чтобы ставить инсулин. Сейчас будем открывать и смотреть ее содержимое. Вот. Доставай. Посылка к нам шла 8 дней. Пришла вот в таком вот мешочке. Заказывали одну коробочку. Давай, доставай хорошо. Подожди. Давай, разрезай. Все. Вот внутри. Стой, я же снимаю. Вот внутри. Очень радует, что сверху упаковочный специальный материал, чтобы посылка не повредилась при доставке. Давай ножничками тоже. Денис мне помогает разрезать. Так. Давай я тебе помогу. Вот содержимое нашей посылочки. Вот такая коробочка. В этой коробочке 10 портов, которых, как сказано в инструкции, хватает на месяц. Вот. Дальше вскрываем коробку. Вот тут разрежь. Вскрываем коробочку аккуратно, все, все. И смотрим. Вот содержимое коробочки. 10 портов и инструкция по применению. iPort Advance. Вот так выглядит каждый порт, 10! Которого хватает на 3 дня. Вот. Как он пользоваться? Очень классная штука. Хотелось бы выразить огромную благодарность организации такой, как аптека24.me. Проверенный сайт. Посылка дошла в сохранности за 8 дней из Чехии до Челябинска. Цены очень хорошие. В общем, мы всем довольны. Будем и дальше сотрудничать с этой аптекой. В следующий раз уже закажем побольше. Спасибо вам большое, что вы такие есть. Всем пока!